Друзья, всем привет! Что сегодня делаем? То есть снимаем сосочки. Взял захват, сорвал, отсюда захват, да? Сбиваем ногу, уходим вниз. Захват уже повыше отсюда. Петельку набрасываю, ухожу кувырком в него. Да? И забираю ногу. Вариант. Ну, допустим, здесь он ногу вырвал. Забираю руку и перехожу на классическое удушение. Ну, это классика дзюдо, но, тем не менее, сейчас будем тут нюансы некоторые. Отсюда. Забросил петельку, пошел вращение и получился вот сюда сразу ухожу. И бывают ситуации, когда здесь захват неплотно лег и мне его не задушит. Тогда переходим точно вот на это движение и немножко вращаясь на него. Потому что вот здесь может не хватить. А рука пошла левой на него, вот сюда, и правой подтягивать уже не получится. Ну, может так получиться, что в процессе работы рука сорвалась. Тогда переходим на рычаг локтя. Работали. Сбил, петелька, вращение, пошел вот сюда. А захват сорвался. То тут же перехожу на рычаг локтя. Вот до сюда. Пытаемся сделать первое движение. Может не получиться. Второе. А заканчиваем рычагом локтя. Пытаюсь взять, не получается. Опа. Пытаюсь взять, не получается. И вышел на рычаг локтя. Ну, вот такое элементарное комбинирование удушения и рычага локтя, которое характерно для классики самбо и дзюдо. Спасибо. Всем пока.